Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о доработке, которую сделал для своего автомобиля Nissan Almera G15. А именно установка заглушки в передний бампер автомобиля, чтобы зимой обдув не так остужал радиатор, чтобы машине было теплее. То есть, ну, после установки действительно замечается поднятие температуры внутри салона. То есть сейчас я вам покажу снаружи, как это выглядит. Процесс установки снимать не стал, думаю, это лишнее, и так все понятно, потому что все это крепится на хомутах, все очень просто, все понятно. Всем пока.